Папася, хочешь, я тебе дам свою веревочку погрызть? Ну поговори со мной, поиграйся со мной. Давайте из оладушек сделаем слайм. Да, ура, слайм, давайте сделаем слайм. Сдурели совсем, ку-ку? Вы собрались оладушки пихать в слайм? Да я же вам всем за это ваши бошки пооткусываю. Блин, косята, это мне тоже прислали как карты. Я, конечно, мало чего понимаю в современном авангардном искусстве, но кто-нибудь может объяснить, что это вообще такое? Муся держит шарик. Муся? Уже не держу. Хаски, я себе все хаски. Я бандит, и я не строю глазки. Хаски, я себе все хаски. Я бандит, и я не строю глазки. Чё, как? Всем хосячий привет, меня зовут Бандит, и я первый в России хаски-видеоблогер. Мы не няши, мы злобные волки. Так что к тем, кто не подпишется на мой канал, я приду ночью и укушу за бочок. Хосята, как вы знаете, вчера мы с Бубликом устроили олимпийские хосячие игры. Я очень надеялся на то, что победю, ведь я грозный волк. Ссылочка на полное видео сейчас выскочит в правом верхнем углу, а я расскажу вкратце, как все было. В соревновании по хосячим лайкам я выиграл, ибо никто на районе не может сравниться со мной в том, как метить деревья. Но вот во втором соревновании я продул, но Бублику подсуживали человеки, они специально придерживали мой поводок. Конечно, он потом радовался, так как прибежал к человечке первым. Да я тебе поддался! Нет, я честно победил! Ура! Я выиграла! Самый быстрый хаски в мире! Я тоже прыгну, может мне это радости добавить? Нет, не добавила, отвратительный день. А мне добавила! Я победитель! Я самый крутой! Ура! Я выиграл! А еще я видел, как перед олимпийскими хосячими играми человечка дала Бублику какую-то маленькую таблетку. Походу это допинг! Короче, налицо сговор человеков и моей маленькой рыжей сопли. Третье соревнование по поеданию сырого мяса я тоже якобы проиграл. Но и оно было нечестным. Смотрите, моя миска намного глубже миски мистера Бубла. И поэтому у меня было больше мяса, чем у него. Конечно, я и жрал его дольше, чем Бублик. А потом еще была эта унизительная для меня церемония награждения Бублика медалью и вкусняшкой. Я еле себе выпросил такую же за второе место. И после всего этого вы спрашиваете, почему я с ним не разговариваю? А еще в мою группу постоянно присылают вот это. Давайте спросим Google, а кто такой мистер Бубл? А Google вам и ответит. Самый лучший пес на свете. После такого вопиющегося негодяйства у меня вообще никаких слов нету. Так что все обитатели моей квартиры уже второй день ко мне пристают, но я не преклонен. Я с ними не разговариваю. Папася, хочешь, я тебе дам свою веревочку погрызть? Ну поговори со мной, поиграйся со мной. Бандюша, хочешь, я пойду косточку куплю? Бандюганчик, давай в Fortnite вместе зарубимся. Бандюша, я пойду сейчас сделать оладушки. Стоп! Я грозный брутальный волк! Нет! Бандюша, ты отказываешься от оладушка? Я не верю своим глазам. Ну хочешь, тогда мы из оладушков сделаем что-то необычное? Ну что необычного можно сделать из оладушек? Давайте из оладушек сделаем слайм. Да, ура! Слайм! Давайте сделаем слайм! Сдурели совсем, ку-ку? Вы собрались оладушки пихать в слайм? Да я же вам всем за это ваши бошки пооткусываю! Ха! Папася, что ты с нами заговорил? Ну и вообще, чтобы ты знал, ролики со слаймами набирают миллионы просмотров. Чё, серьезно? Ну из чего мы будем готовить этот ваш оладушный слайм? Берем клей ПВА. Добавляем туда пену для бритья. Немножко жидкого мыла. Начинаем перемешивать. Добавим одну каплю пищевого красителя. Добавляем немного тетрапарата натрия. После того, как мы все это хорошенько размешали, все это нужно вылить в унитаз.
Потом кладешь туда оладушки, и вуаля! Слайм из оладушек готов! Ура! Офигеть! Да, он получился съедобным! Котята, ну конечно, после такого слайма я развеселился и перестал злиться на Бублика за то, что он выиграл Олимпийские котячьи игры. А в комментах я объявляю конкурс на рецепт самого необычного слайма. Лучшие комменты попадут в мое новое видео. Включаем режим творчества! Котята, в прошлом видео в комментах я объявил о конкурсе стихов про меня и Бублика. Сейчас я зачитаю три из тех, которые мне очень понравились. Есть на ютубе хаски-цари, всей душой они любят оладушки, Бубл-бандит, вот имена. Лучше не сыщешь их, да-да-да. Только нечестно с ними поступают, лапы их мыть все заставляют, шашлык не дают и тряпками лупят. За что, ну за что, не надо с ними так, ведь Бублик у нас большой телепат. Ну а бандит повелитель сердец, он скажет вам большой капец. На ютубе рулят хаски и у них цветные глазки, нам про жизнь свою расскажут и картиночки покажут. Одного зовут бандит, он где няшка, где сердит, а другого зовут Бублик, в магазине он не куплен. На ютубе рулят хаски, доставайте дети краски, все рисуночки покажут и истории расскажут. Серого хаски зовут бандит, хоть он грозный, но вам не навредит, а его сынулик это мистер Бубл. Об этом давно нам ответил Google. Гордые хаски лапы не моют, на ютубе они тайну откроют, где все-таки камнеежки живут, и где кость прячет Серега Плут. Рэпчиком разбавят модный свой контент, в топ попадают в тот же момент. За хорошими хосятами они следят, а кошек хейтеров они съедят. Бандит всегда защитит сына, а Бубл сделает супчик куриный. Не думайте, что кот он, это обидно, но он суперволк, и это видно. Короче, заходите к хаскам на канал, с другом поделился, ты красавчик стал. Лайк не поставишь, придет Бубл отец, и если не подпишешься, то тебе капец! Что? Капец! Вы до сих пор не подписаны на мой канал? Я тут специально для них изображаю няшу, так что у вас есть 3 секунды, чтобы нажать красную кнопку и колокольчик, а то я за себя не ручаюсь. Так, все подписались? Тогда погнали дальше. Хотя-то и снова традиционный обзор ваших артов, погнали! Нарисован какой-то кот и написано, что он не няша. А блин, это чё, я нарисован? Но сколько раз повторять? Я не кот! Это Бублик кот, а я грозный волк. Тут мы с Бубликом Ютубликом делаем деп. Не, ну а чё, мы ж крутые блогеры, мы должны уметь так делать. А это тоже я, только непонятно, чё у меня с мордой случилось. Она у меня куда-то в бок сползла. Из носа у меня вылетают сопли в виде сердечек, а на шее для непонятливых у меня висит шарф. Классный рисунок, спасибо. Если вдруг кто не знал, я могу включать не просто режим волка, а режим мега-волка. Походу это когда включаешь режимы волка и зомби одновременно. Еще один миленький арт, где написано, что я самый крутой блогер. Спасибо. Давно уже не было рисунков с подписью Band NT. И вот снова появился. Хотя-то давайте учиться, как правильно рисовать косую палочку с печатной буквы И, чтобы она была И, а не английская Н. Просто запомните правило. Рисуем эту черточку снизу вверх. Буква И, низ вверхи. А это целая история, как бубленцы оказался в космосе. Справа торчит морда камнеежки. Класс! Бандит 400к. Уже 450к. Отличный арт. И вам спасибо, хотя-то, что подписываетесь на мой скромный канал. Сидят два кота и нагло заявляют, что гордые хаски лапы не моют. Хе-хе-хе. Да ладно, ладно, я понял. Я знаю, что они какие-то не коты, а мы с бубленцей. Вот еще один клевый рисунок, как будто я позировал для фотосессии. Круть! Ого, нарисованный я в рамочке. Это что, мой портрет на стенку повесить? Ура! Крутизна невероятная, спасибо! Блин, хосята, это мне тоже прислали как карт. Я, конечно, мало чего понимаю в современном авангардном искусстве, но кто-нибудь может объяснить, что это вообще такое? Может, это сердечко так необычно изображено? Бандит равно Терри. Хе-хе-хе. Не, она девочка, а я кобель. Между нами не равно, а плюсик надо ставить, чтобы получилось. Бандит плюс Терри равняется красные сопли из носа в виде сердечек. И еще один клюват с нашей знаменитой фразой «Гордые хаски лапы не моют». Если вы до сих пор не посмотрели мой клип на эту тему, то ссылочка выскочит в верхнем правом углу. Ого, я полицейский, офигеть! Отличный рисунок, благодарю. А это я против Бублика. Ну, или Бублик против меня. И как указано на рисунке, надо нам обязательно поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. А сейчас время для нашей эпичной рубрики «Зверская жизнь». Присылайте ко мне в группу ВК видео своих питомцев, лучшие с нашей смешной озвучкой выйдут здесь на моем канале. Погнали! Иди сюда, птица противная! Ну, стоять, я все равно тебя догоню! Стоять, я сказала, от меня не уйдешь! Слышь ты, ну завязывай тут носиться. У нас у тебя уже башка болит. Запарил перед глазами туда-сюда мелькать. Да это вон тот голубь виноват! Ты что, не понимаешь, что он тебя жестко троллит? Никто меня не троллит, отстаньте! Так, я не понял, а что ты тут расселся? Давай взлетай и погнали! Отлично! А ну стой, гадский! А ну стой, птичье отродье! Тебя все равно поймают, ты не сможешь меня сбежать! Держит. Шарик.
все? Уже не держу. Да-да, в этом кадре нет ничего странного. Коты тоже могут дружить с собаками. Просто этот пес не знает, что когда я войду к нему в доверие, он потеряет бдительность. Я его просто сожру. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Режим тигра! Включаю режим тигра! Я хоть страшный, ты меня боишься? Давай еще раз! Включаю режим тигра! Ну чё, сейчас нормально получилось? Джина, это что такое? Что это такое? Что такое, что такое? Я просто в магазин собралась, вот и пакетик с собой взяла. Кто ж знал, что у вас все пакеты дырявые? И нафига вы вообще храните дома эти пакеты? Как ты думаешь, эта мышка вкусная? Я точно не знаю, ее надо просто попробовать. Ну чё, как она тебе? Ну знаешь, вкус, конечно, простоват, что-то среднее между сосиской и колбасой. Ну, в общем, на любителя. Стоп, но обычно же мыши жрут коты. Блин, точно, это что, мы коты? Ужас, мы коты! Мы коты, ужас,